рад прилететь заранее, если есть такая возможность. Проведу это время с пользой, познакомлюсь со всеми новыми людьми в моей предстоящей карьере. Посмотрю тренировочный зал, лед по возможности, если будет. И, ну, как бытовые вещи, найду жилье. Расскажи, что у тебя в баулах? Вот прям, что ты с собой сюда взял? Зимние вещи. Ну, да нет, на самом деле, хоккейная форма и шорты, футболки, как и у всех. Почему мы не видим клюшек? Клюшки? Не затерялись в дороге. Да нет, ну, я, если что, думаю, не будет с этим проблем. Клюшками. Ожидания, ощущения, есть ли, может, какой-то легкий мандраж, что вот новый этап твоей карьеры начинается, что вот ты уже здесь? Да, ну, как мандраж как такового нету, надо просто жить сегодняшним днем и не смотреть назад. Нужно отдаваться полностью своему делу, особенно когда это твое любимое дело и тебе нравится этим заниматься.